Итак, третья игра. Пока счет 1-1. Vortex Flyer против Team 300. Team 300, кто как их называет. Итак, за 300. Жесть, на Зелде Saflix играет на Пульсаре. Юбик играет на Беле, Взор играет на Борке. Сфера играет на Десиме. Против них Vortex Flyer. Велес на Реф, Рур на Зел. Дэн Айленс на Борке. Шир играет на Пульсаре. И Филипп Хадукин играет на Десиме. Прошу прощения, немножечко запнулся, поскольку подавился. Итак, посмотрим, что будет происходить в игре. Это третья карта. Первая была Empire City, вторая Meridian Gate. Третья карта. Счет 1-1. Повторяюсь я немножечко, но ничего страшного. Пока никакой движухи особо не происходит, но здесь немножечко, да, разменивается Юбик с Дэном, но Юбик здесь посильнее за счет того, что у него вампирик есть. Бегут, бегут, бегут уже сразу ребята вчетвером вниз и будут забирать свою зеленую. Ну, не знаю, да, вот Юбик старается утонуть везде экспириенс себе для своей команды. Сейчас, прошу прощения, секундочку. Вот так. Так, сейчас я все закрою, чтобы ничего мне не мешало. Все. Все, теперь мне ничего не мешает. Вот забирают они зелененькую свою. О, красная команда. Сразу же, да, ребята сразу же отбивают, и также они забрали свою. Мы видим по левелу равенство. Не знаю, ребят, сколько еще буду комментировать. Посмотрим сейчас, сколько ребята еще будут играть. По возможности буду стараться откомментировать все. Пока основной никакой движухи нету. Счет не открыт. Пар там. Дэн еще не прокачал, ничего не знаю. Потом посмотрим. Посмотрим. Потом все на 16 уровне. Смотрим, расстановка у 300-х 1-1-3, как и была в первой карте. Видим, забрали они красную, ултанули экспу, но не стали ее пускать. Юбик старается сейчас забрать свою зелененьку, да, потихоньку лужу. Да, увеличенную рейндж лужи взял. Видим, какая гигантская лужа прям была. По пятому, ну, видим, запулили все-таки... Ребята из Vortex Flyer свою красную отбивают ее здесь 300-ки и уже немножечко-немножечко в плюс выходят по XP. Сейчас Юбик заберет этого крипа и ультимейты, да. Жесть, здесь стреляется с Руром, но надо здесь Руру убегать, потому что в любой момент мог подойти кто угодно и Рур бы отъехал, поскольку есть у них шестые. Да, Рур по... Ой, Десафлекс не попадает. Буквально через угол не попадает за медлом. Ой, прошу прощения, ультимейтом, не за медлом. Да, здесь попадает за медлом. Рур, скорее всего, отъедет. Да, Рур отъезжает здесь. Нет, живет, бегает. Забирает все-таки Десафлекс. Если бы здесь попал ультимейтом, он бы раньше бы отъехал. Но все равно забрали. 1-0 по киллам выходит команда 300-х вперед. Получили раньше ультимейт, реализовали. У него уже сразу идет преимущество в левеле. Ой, Юбик как хорошо здесь подрался с Денчиком. И мог бы его здесь, наверное, забирать. Ну, не знаю. Ой-ой-ой. Юзает ультимейт. Ну, лужи не было. Лужу ставить. Нужно вытягивать. Хорош. Просто отлично здесь в этом моменте сыграл Юбик. Не зря я переместился на топ. Отлично просто сыграл. Похвалить стоит. Парня старается, парень. Хоть его и как бы флеймит, но старается. Отлично он здесь сыграл, все грамотно сделал.
Думал, я у него лужа на КД, но все-таки была после ультимейта лужа поставлена, и вытянул он парня. А, 2-0 по киллам. Дизафрик взял ФБ, и Юбик закрепил это преимущество по киллам. Плюс левел пока, но видим, что команда, считай, равноправно распределились, как бы, но все-таки небольшой упор идет в сторону мида, да, 1-1-3, обе команды стоят, что-то я немножечко даже запинаться стал, прошу прощения. Виден Айленс тут разменивается с Зором. Ну, жесть, здесь попадает под стан Шира. Под ультимейт Шира здесь Дисафрикс мог тоже... Хорошо в Зор отстанивает Денчика. Но здесь ничего даже не подойдет. Да, Дэн не попал в удлиненный балл ни по кому. Да, будут стараться дефить. 4 в 4 на боте, да. Посмотрим, есть у Зора ультимейт. Нет у Зора ультимейта. Как же неприятно. Сейчас может быть Рур может отъехать. Нет, уходит. Все-таки выживает немножко. Попадает все-таки. Хороший стан от Филиппа. Но Зор здесь на перехвате отлично сработал. И забирают здесь Рура. Хороший стан здесь был от Филиппа. И застанил двоих оппонентов. Ой-ой-ой. Зор, ну, прошу прощения, Велес влетел. Как же хорошо Велес здесь раздамажил. Даблкил от Велеса. Отлично, надо гнать дальше. Гнать могут еще кого-нибудь подцепить. Сейчас как только... Ой-ой-ой, с танчиком не попадает Филипп, и в Шира не попадает ультимейт. Как же все очень печально сейчас сложилось. Да, переместился Юбик, сюда не попал ни по кому хуком. Если бы попал, тоже бы очень неприятно было бы. Забирают зелененькую команды противника, ребята из Vortex Fire успели, да, полом хорошо отстанет студенчик за медло, здесь Зор, здесь может отъехать, Зор, отличный ультимейт, юзает щит, но не убежит, а как тут невозможно было убежать, считая четверых, если бы, конечно, там кто-то закрыл, похилил, но это все очень-очень проблематично, да, и сейчас будет ребятам очень тяжело отбиваться, но 3 на 3, есть суппорт, нет, прошу прощения, 4 на 3, Велес хорошо вкатывается в сфера, станет сфера, отличный ультимейт от Шира и отъезжает здесь, Денчик все-таки успел, застанил Дизафриса, хороший ультимейт здесь от Филиппа, да, все хилятся, вышка потихонечку падает, Дэн Айлен загонял здесь бедолагу, Дизафрикс вместе с жестью, и нужно забирать обоих, отлично, отъезжает здесь жесть. Дисафрикс, не знаю, достанут. Нет, не достанут. Нечем доставать, к сожалению. Забирают здесь очень много киллов. Потом посмотрим, сколько все-таки набрали. Ой-ой, опять Велес скатывается, забирает здесь Дизафрикса, забирают здесь Зора. Зря ребята сюда подошли, нужно было просто отдавать вышку. 5 в 2 зачем-то сюда полезли, не знаю. Ладно. Не анализируется. Полезли, отдались. Ой-ой-ой, заходят. Сейчас заберут красную, еще и похилится здесь. Неплохой такой бустик. Так, скажем, пустили красную, вот уже вышечку. Уже Т2 начинает потихонечку подбиваться, да, ребяточки? Все, пока очень-очень печально. Велес отлично отыгрывает. На рефа нужно закрыть, нет. Отличнейший ультимейт от жести, просто лучший ультимейт. Прорезает он вовремя здесь Велеса. Хороший ультимейт от Юбика, нужно добирать. Урона, хватило бы урона, да, добирают Дэнайлинса. И 2-0, размен 2 в 0. Но красная немножечко подпушила мид, подпортила настроение вышки здесь. Посмотрим, что тут по топу, да, вышка тоже потихонечку падает за счет этой зеленочки. Не знаю, кстати, может упадет, скорее всего, может упадет. Но крипы опять залагали, почему-то, видим, не едет вообще целая пачка крипов. Вот только-только-только она поехала, и вышка начинает ее отбивать. Сейчас, секунду, ребят. Прошу прощения, отвлекся. Ой, отличный ультимейт здесь от Денчика. И забрали здесь Филиппа. Не Филиппа здесь забрали. Отличный ультимейт от Зора. Нужно убегать здесь трехсоткам. Сфера забрали, прошу прощения, сфера.
и Юбика там же. Потеряли здесь троих. Видим, здесь отъехал Сфер, Юбик. И отъехал, получается, у них взор. Да, и пойдут на дракона. Что-то не клеится. Не клеится игра у команды 300-х на этой карте. Ту... Напомню вам, что первую Empire City они проиграли. Вторую Meridian Gate они выиграли. И на Empire City пока что-то не складывается. Что-то идет не так. Взор откидывается, ой, прошу прощения, Денчик откидывается болом во взора. Шира здесь раскастовывается по вышечке. Вышечка должна падать, ну, 3 дракона, это какой же, почти пол дракона. Да, вышечка падает. Подпушивается потихоньку топ, видим, ну, на боте надо было, конечно, запускать, на мой взгляд, эти суменки. Ну, не знаю. Не буду я анализировать, ребят, что команды сами принимают решения, когда играешь, а когда... Ой, Юбик хорошо вытянул Шира. Рур сразу юзает ультимейт. Юбик здесь может отъехать, отъезжать. Юбик хороший ультимейт от Зора, но некому поддержать. Денчик получает бешеный урон, нужно выходить оттуда. Взор может отъехать. Денчик еле живет. Вышка добирает Денчика. Один в один размен. И все очень коцаны. Нужно уходить отсюда, наверное, команде Vortex Fire. Да. И уходит команда. Размен один в один. И пошли все-таки на бот. Пол вышки. Да какой пол вышки? Одна четвертая осталась у вышки. Также здесь уже где-то одна третья вышки. То, что это очень напряженно будет. Заходит на вторую зеленую. Трап намечается. Ой, Юбик выходит, попадает хуком по Широ, отлично, юзает ультимейт. Сразу же Юрур юзает в ответ ультимейт, прошивает бешено здесь Рура. И Юбик с Руром и жестью, ой, какой жестью, сфером отъезжает. Жесть здесь еле живет, мансует, и умирает. Трапали здесь в итоге. Юбик вытянул, вдвоем они встали здесь на стан. Вдвоем получили ультимейт. Ну, ладно, не буду обсуждать. Сами потом ребята посмотрят на повторах, какие ошибки были. Может быть, сделают выводы. Может, нет, это виднее. Ну, все-таки упала вышечка, да, на топе. 15 на 17 преимущество уровня. Скорее всего, будут открывать линию. Да, открыли бот, не знаю, смогут. Нет, не успеют. Да, ребята, видим, все почти риснулись. Остался один. Хотел сказать, десафлекс. Один жесть. Да, ну вот. Вот опять повисла красная, еле-еле шла, но все-таки постепенно подходит. Болл не попадает, да. Ну, не смогут. Чуть-чуть не хватит. Юбик не попадает. Ой, Велес попадает на ультимейт, и Велес отъезжает сразу же, загулял. Не ожидал, что сразу Юбик на него юзнет ультимейт, и Филипп здесь тоже подставляется, отъезжает. Да, отъезжает. Очень-очень далеко загулял здесь Велес, попытался забрать вышку, но не получилось.
Да, видим, что он сразу танковать начинает юбик вышку. 3 в 5, не знаю, под этого Дэн закрывает. Отличный ультимейт! Юбика может здесь забрать. Да, забирает юбика Дэнчик. Дэнчик здесь подставляется и все-таки отъезжает. Рур выбегает. Надо выбегать, выбегает Рурчик. Отлично, но видим размен. Пока еще один в один, ну и вышку немножечко подзадефил, так сказать. Ой-ой-ой, Шир опять не попадает ультимейтом. Попадает взор по Ширу за медлом. Попадает райт-кликом, отсюда Десафикс. Ну, может сам отъехать, да, Ружи как отлично здесь сыграл, сам убежал. Вот здесь еще потом отрезал Десафикса. Просто великолепно сыграл в данном моменте. Выжил отсюда. Максимум его хоть и цепляли. Убежал сюда, отсюда отстрелял. Ну, все грамотно, красавчик. На высшем уровне сейчас все сделал в Рур. Очень грамотно сыграл. И попробуют ребята, наверное, открыть мид. Ну, видим, не будет. Одного Дезафикса не будет. Еще 25 секунд. И попробую, да. Немного урона надо. Видим, Велес летает. Ой-ой, Велес может отъехать. Стан, нет, не отъезжать. Сразу же ультимейт юзает Рур Сфера. Ну, Сфер тут почти отъехал. Если бы не щиток, мог бы отъезжать. Да, две линии открыты уже. Две линии открыты у трехсоток. И пока все очень-очень на Empire City печально. Видим, топ потихонечку тоже подпушивается. Сейчас я чайку попью. Пока все не особо складывается, а у трехсотых нужно им дефить как-то топ. Посмотрим, что там по дракону. По дракону 10 секунд осталось буквально. Да, вот 10 секунд пошел обратно на отчет и... Сейчас с каждым разом все тяжелее и тяжелее будет дракон, еще тяжелее будет отбиться, а не подраться за дракона тоже будет немножечко глупо. Ну, видим, Широ чекает, все-таки старается забрать зеленый, но... Ой-ой, опасно здесь играет. Забирают все-таки зеленый, да. Ой-ой-ой, взор заходит. Зор получает Бола, может отъехать. Хорошо, Дэн забегает, отличный ультимейт. Двоих отрезает сразу. Зор здесь может отъехать, отличный ультимейт. Но, ребят, срабатывают бастионы. Отличный ульт от Юбика в Дэнчика. Но урона никакого не хватит. Дэн, Юбик получает Бола и отъезжает здесь. 2-0 размен. Ребята все живые из команды Vortex Fire. И идут на дракона. Топ будет подпушиться за счет зеленки. Бот пушится за счет открытой линии. За счет арты вот этой. Да, грамотно, не то что грамотно, отлично сыграл Дэнчик, вовремя зашел, застанил двух ближайших дамагеров, одного танка, одного дамагера, и там остался, к сожалению, остался один отрезанный взор, ну, его расстреляли. Поначалу, да, очень радовал Юбик, он взял как раз соло-килл здесь, и... Так у него и остается этот один единственный килл, 4 ассиста и 5 смертей. Ой-ой, зеленый. Отлично, Велес юзает ультимейт вместе с Широ и забирает. 2 в 0, Широ отлично делает даблкилл, размен 2 в 0 и очень все печально. Дракон потихоньку подходит и ребята могут закончить данную карту в свою пользу. И Юбик юзает ультимейт, да, вытягивает, отлично, юзает ультимейт и забирает здесь зелочку все-таки. Прошу прощения, путаюсь я. Это Рур был. Я привык, что только Дизаф. Ой, Филипп здесь ставит ультимейт. Нужно кого-то забирать. Юбика цепляют, да, Юбика могут здесь забрать, закрывает его телом. Дэнчик, чтобы он никуда не вышел, и Широ забирает его, да. Взоры тоже могут цепануть, и взоры тоже цепляют. 4-1 размен, а дракон уже бьет базу. И, к сожалению, это ГГ. И на боте также видим две арты и бешеное количество крипов. 2-1, ребят, 2-1. На Empire City что-то не клеится. У команды трехсоток 2 Empire City карты они проиграли, а Meridian Gate все-таки выиграли. Итак, небольшая рекламная пауза. Потом продолжим.